Итак, всем привет! С вами снова Манч, и сегодня мы поговорим о гиперпространстве. Значит, сначала определение дадим, что такое гиперпространство. Это пошло из фантастики. Значит, это пространство, в котором более чем 4 измерения. Собственно, гиперпространство существует во всех космических играх, не исключение, и Star Citizen. В этом проекте будут существовать такие jump points. Это точки, которые располагаются в каждой из систем, и игрок при исследовании космоса, он не будет точно знать, сколько именно точек этих прыжков находится в каждой системе. Это первое. А второе, задавали вопрос разработчикам, что будут из себя представлять точки прыжков. На что главный дизайнер ответил, что на данный момент они точно не знают, что из себя будут представлять эти точки. Но, кроме этого, был задан вопрос о том, как именно будет действовать геймплей в этих точках. Что должен делать игрок, например, уворачиваться от чего-то, сражаться с кем-то или еще что-либо. На что один из разработчиков ответил, что вполне возможно, что игроку придется взаимодействовать с какими-либо предметами. В том числе не исключено, что придется от чего-нибудь уворачиваться для того, чтобы пройти гиперпространство. В современных играх, в принципе, по-разному это устроено. Например, в Еве для того, чтобы совершить прыжок, не обязательно к чему-либо подлетать, то есть включаются двигатели, совершается прыжок, при этом корабль летит напрямик, то есть он не огибает ничего, он просто проходит через планету насквозь. Ну, как это может быть на самом деле, это непонятно, правильно? Потому что если будет двигаться со скоростью света какой-либо объект, то все равно насквозь он не пройдет целую планету. Также можно обратиться к нашему проекту русскому под названием «Космические рейнджеры». Там, значит, гиперпространство представляло собой вход в черную дыру, в которой игрок, он как бы попадал такое пространство, где должен был сражаться с противниками от 1 до 4. При этом он использовал свои орудия покупные, которые каждый новый вид орудия он стрелял своими, как бы, ну, стрелял по-разному и наносил разные виды урона. Снаряды в гиперпространстве, в космических рейнджерах, они были в какой-то степени самонаводящимися. Но реализовано это было с некоторыми оговорками, то есть в некоторых случаях самонаводящиеся снаряды могли попадать по своему кораблю, то есть который их выпускает. Ну, поэтому приходилось привыкать к данному управлению и уворачиваться не только от снарядов противника, но и от своих. Кроме этого, на карте располагались бонусы, которые игрок подбирал по ходу полета. Там была регенерация, например, скорость, восстановление щитов и так далее. И выход из гиперпространства там заключался в уничтожении всех противников. По концу чего игрок собирал какие-то артефакты, если у него грузоподъемность. Ну, в принципе, собирал все, а в конце, после вылета из гиперпространства, он уже при перегрузке, например, он не мог двигаться, пока не освободит там грузовой отсек. Так. Следующий момент. Это игрок также задал вопрос о том, что будет постигать космический корабль и персонажа после того, как он, собственно, не вылетит из этого пространства. Мгновенная смерть или какие-либо, например, тяжелые травмы он получал, или можно было бы катапультироваться, избежать смерти на спасательной капсуле.
На что разработчик ответил, что скорее всего будет мгновенная смерть. В принципе, о смерти можно будет поговорить в следующем выпуске, потому что там тоже свои нюансы есть. Также хотелось бы осветить некоторые еще моменты, которые интересуют пользователей, которые задают эти вопросы разработчикам, на которые они отвечают в той или иной степени корректно. На данный момент неизвестно, будут ли представлены и в какой степени вооружения на кораблях. И вот один из пользователей задал вопрос, будет ли доступно ионное орудие, при помощи которого можно было бы отключать системы корабля после выведения из строя щитов. Это вполне себе такая нужная штука, которая бы не позволяла кораблю улететь, скрыться от преследования, то есть его можно было бы уничтожить окончательно. Это любят все ПВПшники, оставить противника ни с чем. На что разработчик ответил, что, конечно, ионные орудия будут введены в игру, и сейчас они находятся в работе. Следующий вопрос касается щитов. То есть, можно ли будет щиты активизировать сразу после взлета корабля? То есть, вот как только мы запустили двигатели, и активизировать сразу щиты на всякий пожарный. Или данная функция будет доступна только после вылета из ангара, или придется, например, выключать щиты до совершения посадки, или уже можно будет после. На что разработчик дал ответ, что можно будет в любой момент активизировать щиты. Ну и, естественно, выключать. Это, конечно, плюс. А то мало ли, залетаете на станцию и начинаете там таранить все подряд. Если будет такая возможность, конечно. Также вопрос был один по поводу того, когда игроки будут находить в космосе или открывать какие-либо артефакты. Что с ними можно будет делать? Артефакты, например, какие-нибудь космические детали, редкие. На что разработчик ответил, что буксировать, например, находку никуда не потребуется. Некоторые вещи можно будет сразу утилизировать, то есть если они нам не нужны. Если игрок найдет какую-нибудь редкую деталь, то эта деталь будет не настолько редкой, чтобы составить конкуренцию какому-либо вооружению высокого класса. То есть не будет дисбаланса в игре. В принципе, все. Вопрос гиперпространства осветили. Вывод в том, что пока еще ничего не понятно, то есть разработчики сами не знают, как оно будет выглядеть. Пример работы в космических рейнджерах, он как бы не идеальный, но это то, что можно было бы реализовать. Хотя путешествие в гиперпространстве в Star Citizen, оно бы занимало, в принципе, длительное время, потому что сражаться, например, с тремя противниками, это заняло бы очень долго времени. Плюсом было бы то, что игрок попадал бы в неизведанное пространство, в неизведанную часть космоса, открывал новые системы, получал за это определенную хорошую, крупную награду. То есть за это можно было бы побороться там полчаса каких-нибудь. Так. А в следующем выпуске мы, наверное, поговорим о смерти, о том, каким она образом представлена в игре, какие от этого плюсы и минусы. Все, с вами был Манч, до новых встреч.